Здравствуйте, друзья! Сегодня 24 июня. И вот вчера поступил вызов. Вчера приехал к мужчине сюда домой. Я вот тут уже приподнял свинцовую пластину, которая защищает от дождя. Ну и, как обычно, раз в год у меня получаются такие случаи пчелиные. Вот я тут немножечко отогнул. Пластина, как я уже сказал, свинцовая. Надо снимать крышу. Крыша, естественно, у нас на гвоздях. Хорошо, есть хороший инструмент. Ну и давайте посмотрим, что там и как там. Хозяин убежал. Опа-на. Раз гвоздь. Пчелы довольно-таки добрые. Я сейчас без костюма. Голыми руками. Ну и что тут у нас? Так, ну, первую пластину снимем. Сейчас я паузу поставлю, сниму и покажу, что там внутри. Ну и вот что внутри. Так, ну смотрим, куда они ползут у нас. Скорее всего, вот под этим рубероидом где-то у них гнездышко, я так понимаю. Надо снимать, наверное, вторую. Штукень рядышком. И вскрывать этот рубероид. Смотреть, что там под ним. Что там под ним? Они приземлились, походу, только вчера. Ну, хозяин так говорит, что они только вчера привились. Ну, надо тут разбирать это все дело. Ладненько. Покажу попозже, что там и как там. Ну вот, друзья, какая тут ситуация получается. Обрезал я рубероид, нашел тут матку. Матку посадил вот сюда, вот в клеточку, вы видите, белая клеточка. Ну и сейчас попробую отодвинуться немножко назад, так, чтобы вам было видно. Тут большое осиное гнездо было когда-то. Они вон настроили вот такой вот сот за ночь. Ну, парочку сотов. Ну, вы все знаете, как они любят строить раи эти. Ну и вот что внутри. Вот тут вот одно осиное гнездо. Вот тут вот второе осиное гнездо. Я вижу, еще были те самые шмели. Пчелы абсолютно спокойные. Я вообще без костюма. То есть, не знаю, давайте я покажу себя. Чтобы уж... Красавчик. Вот. Пчелы вообще без костюмов. Пчелы без костюма, ну да. Пчелы уж точно без костюма. Вот, ну и вот такая вот ситуация внутри. Я не знаю, я попробую сейчас засунуть телефон в эту сторону и завернуть камеру. И вот такой вот барашек тут сидит, кучерявый. Ой, пчелы вокруг меня начали летать уже, садятся на плечи, на голову, но не атакуют. То есть, ну, вот в клетке с мамой посадил несколько пчел тоже. Как бы маму нашел вот здесь вот, быстренько схватил, пересадил в коробку и сбегал, спустился он вниз этим самым и посадил в клеточку. Ну и нагреб немножко пчел тоже в клеточку. Ну вот такая вот ситуация. Сейчас будем разбираться. Они, конечно же, ищут, где их вход, потому что вход был вот тут вот снизу. И сейчас нужно какую-то часть. Я пчел руками так взял, втряхнул. Сейчас это нужно будет как-то придумывать, выгребать. Наверное, надо будет снять еще одну часть крыши. Я уж не знаю, как они по-русски называются. Черепицу. Наверное, так.
Вот, и обрезать до конца этот рубероид или как-то... Ах, толку-то его обрезать до конца. Ладно. Ну, соберу, тогда покажу, что и как. Итак, друзья, наступил вечер. Я наших пчел, вон они там на крыше прилепленные, оставил до вечера. Сейчас уже 8 часов. День сегодня прибыльный, если можно так сказать. Вот только что собрал еще один рой. Ну и идем смотрим, что там вообще у нас получается. Крыша также в разобранном виде. Вот такой вот кулек. И это, кстати, еще не все. Там еще очень много осталось во второй половине. Вот такое вот осиное гнездо. Слава богу, оно пустое. И второе тоже пустое, как бы во второй части. В средней части, так скажем, над лампой. Там еще одно гнездо, я просто рукой чувствовал. И наверняка еще одно есть в третьей части. Вот наши пчелки, вот так вот они выглядят. Слава богу, еще держатся. Тут подставлена стамеска, чтобы они стояли. Все это как я оставил, так все и стоит. Никто тут ничего не трогал. Но, как я и сказал хозяину, где-то десяток пчел, те, которые в воздухе, и те, которые еще не прилетели, так скажем, с медосбора, они останутся с ним. Вот. Ну, вот такой вот случай. Как бы я стараюсь показывать какие-то интересные, ну, на мой взгляд, интересные вещи. Раи в интересных местах. Вот, допустим, вот этот рой, что я показывал в машине. Просто рой на дереве. Килограмма 2-2,5. Такой довольно-таки тяжелый. Вот. Видел матка. Матка рыжая. Ну, не успел поймать. Ну, грубо говоря, когда втряхнул в коробку, перевернул ее, посмотрел, там была матка. Я попытался ее схватить, но она быстренько убежала куда-то. Вот. Ну, ничего страшного. Матку видел, значит, все хорошо будет. Ну, вот надо сегодня еще эти два райка вселить. Я сегодня уже вселил один. Но это был вчерашний. Ну вот. Сегодня еще два плюсом. И три вызова было к шмелям. Ну, шмелей я не трогаю. Я приехал, посмотрел, денег взял и уехал. Можно так сказать. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Как вселять? А не знаю, может, и покажу, как вселяю этот рой. Но это уже отдельное видео. Вот, всем, кто смотрел, большое спасибо. Ну и до новых встреч, друзья. Всем спасибо. Всем пока.